Я готов. Где? Я тоже. Есть новости из исходного блока? Не теряй голову, бродяга. Ты финальную пушку взял? Угу, прокачал ее. А что он? Что она? Какой у нее урон? Не знаю, не понимаю. Физический, по-моему. Ну-ка, какой? Физический, наверное. Да. Ничего не было. Ну, никаких дебафов нету. Давай, добрый начал, Кирилл. Ох. Че, пойдем? Да, пойдем. А, да, да. Акува в тряпке замоталась. Да, да, тряпки. А, стоп. Так, к последней контрольной точке же, да? Угу. Вроде бы да. А то я что-то подумал, у нас же там небольшой камень был. Я еще подумал, блин, а как мы вернемся? Забыл, что тут так можно. К маленьким кострам возвращаться. Я уклонение. Так, а что по пушке там? Сейчас я тут тоже попробую. Так, не лучевая, а какой там? Опустошитель? Опустошитель 10 из 10. Надо было тебе его заранее взять, чтобы у него сразу неуязвимость была. Или мы можем ресетнуть себе ее на камне. Чего, нормально, все пойдем. А, есть, ладно. А, он у тебя есть, и так да? Было, да, в руках? Ну, неуязвимость у тебя накоплена? Нет, да я накоплю сейчас. Ну, как знаешь. Блин, вот эти атаки, конечно, усиленные у этой пушки, такое себе. Охренеть, у нас тут патронов. А это что такое? Ты зачем меня притянул? Ну, мне сбегать тяжело было, отбегать от нее. Ну как тебе снайпаку? Ну такая. Блин, дурацкие коробки мешают, ни хрена непонятно, что делать. О, забей, он меня в жизни не достанет, мне кажется, с этим костюмом. Ха-ха, нормально тебе. А, я не знаю, о чем стал. Не трогай, не трогай, на расстоянии стоим, бьем. Да не, еще как? Не, ну так не круто. Мне кажется, он в коробке застрял. Дурака. Ладно, сейчас до стадии дойдет. Я думаю, что в стадии он вылезет. Что-то мы урона не особо наносим, раньше больше было. Да нет. Не? Я ему нормально там по 470. Вот. Ой. Если быть совсем... О, все, побежал. Он меня добивает... А, нет, я же встаю точно. Ну, что это? Встаешь. Так, вроде... Я не знал, что он сам встает. Так, за тобой, Дим, живи. Да какого? Я должен успеть. И я сам риснулся, так что беги. Он меня тоже добивает. Не хейтит. Все, все, не хейтит, я бегу спасать его. Спасибо за донат, Альки, давай еще акцептом. Доброй ночи. Я отвлекся на донатик. Так, не, я лучше огненную попробую. Все-таки вулканчик.
Я тоже пушку поменяю пока. Я, наверное, с этой побегаю пока. Валькирия, спасибо. Насади крысу на косу, крысу на косу. Моя ломолка Вайдесу. Окей. Скоро накоплю на рекламу, все трека осталось. Будешь АФК отходить, я запущу. Окей. Нет. Go? Я готов. Поехали. Нет. Да. Вот огненная, кстати, вулкан прям хорошо вписывает. Мне нравится пока что. Блин, да ты вперёд. Хотя... Блин, пугает! Не стрелёте от меня. Он на мне нормально. О, кровотечение на него работает. Да. А чё у меня восстановление это не накапливается? А потому что у него 5 минут кулдаун. Это и главный минус пушки, она очень занерфанная. Ну, за мной. Спасибо. Вот на меня бы он байтился все время, я бы его отвлекал. Да я тоже неплохо уклоняюсь, вроде. Он мне подрывник дали. Да ладно. Сейчас на кого другого пойдет. Осторожней. Блин, он из тумана прям жестко выпрыгивает. Главное рядом с туманом не стоять. Короче, снайпой я примерно по 300 дамажу. Ой, за тебя. То есть он прям из тумана делает такие прыжочки маленькие, короткие. Я потом уже пришли. А ты побегай, пособирай, их тут много. Я этого даю вам. На меня. А чё за там тало? А вот это жестко было, да. О, опять встал. Ему надоело. Бьём. Мы слишком мало медленно его слабо дамажим. Акув, по-моему, на тебя. Непонятно пока. Не, на меня. Ага. Ай, я поздно. Он чё-то он быстрее начал бить. Спасете? Ну, я бежу там. Куф, да тебя чуть фиолетовый кристалл не дожал. На тебя бежу. Да, да, тебе сейчас не прыгать. Успела. Да. Не успела. Ну да. Я резаю сразу же. Резай. Блин, минута до воскрешения. А-а. Так, я побежал. Так, тебе идет. Понял. Блин, я забыл, что это при тумане кристаллы, сорян. А, я забыл, что это при тумане. Я по привычке просто думаю, а, ну туман, ну чё, нафиг мне от него отпрыгивать, правильно? Бля, хорошая коса, хорошая. Крыса на косе. Чё ты, он меня закрыл в углу. Да, тут есть такие места. Пёс, конечно. Ну, идем-то нормально, в принципе. Я сейчас электрический пистолет даже попробую. Я еще другую пушку тоже возьму. Просто тестим пушки. Ну, так у меня так и есть. Эх, 19 секунд до воскрешения. Ну, в этом файте сможем воскреситься. Что если на рендже сражаться у столба? Ну, мы и стараемся держаться в разных местах, чтобы он долго бегал. Рубы его с парацветом. Ядом его? Да как-то нет яда нормально. А, пойдем. Дим, тебя ждем. А, я с первого раза не смог зайти. Ну, классно. Сейчас подниму. Давай.
типа, я в текстурке так, ага, поднимай, поднимай, конечно. Так хорошо в текстуре постоял, прям, ух. Тембака, у него есть коса, которая прекрасно подходит к крысе, ладно. Это он попал, что ли? Нет. Нет? Текстурка была, ну, в уклонение попал. Мне кажется, ты сможешь поднять, на самом деле, только... А, ну или сейчас. Только вот я умираю быстрее. Димон сейчас будет за... Да, за тобой, осторожней. Все, можно, можно играть. Можно играть. Так, акул, нам бы разбежаться, чтобы понять, кому, на кого он. На меня. Дебильные бочки. Постреляйте по нему, пожалуйста. Оп, он сам решил поменять таргет. Ну, электричество. Так себе, не знаю. Тентакля моя, если чё. А зачем? Она его тоже по 30 тыкает. Не, короче, я лучше по корове пушки ничего не беру. Остальное всё говно, и я под пушки ты тоже. Роя мертвы стрелы дамажу по 400, по 500. Ничего себе. Блин, Рой, я Рой так и не качал. Так у него же 5 выстрелов всего. Естественно, ты дамажишь по 400, по 500. Это же бомба взрывная. Блин, у снайперки тоже. Ну, я снайперкой с одного выстрела по 300 дамажу. И выстрелов гораздо больше делаю. Но у меня и сет под снайперку. И криты с нее. Он чё-то меня захейтил немножко. Вы заберите его, пожалуйста. Спасибо. Я под тебя случайно попал. Ну так, чуть-чуть коррозия, фигня. Готовимся. Все, каждый туман. Каждый туман будет теперь жестким. На кого? На меня. Шо? На тебя. Дядыч, на кого? Не-не-не-не, ага. Да какой нафиг милишный... Нет, я... Нет. Тихо, стоять! А! Если что, у меня стаминка заканчивается! На меня? Ё-моё, я поднимусь. У тебя тоже снайпу взял? Хорошо. Туман, скорее всего, будет. Бьем, пока. Пока он АФКшит. Он даже надоели. А почему у меня так быстро пропал мой этот? Наверное, ты его ешкой убил. Ну. Я хочу его выцепить оттуда. Так неинтересно. По-моему, к нему подходи, не подходи, он не вытаскивает. Ну да, не хочет. Попробуй косой, ща ему милишки.
Да, 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 я воскресну. Бегайте, бегайте. Бегайте, я упала, я тоже воскресну. Дим, на тебя. Не надо было тут ко мне бежать. Акула! Я тоже не воскресну. Захотели его вытащить, лучше было так. Ну, не, ну, ну не круто было. Ну что за абьюзы? Просто странно, он встает, и у него там нету препятствий. Это бета-баг, просто ну, обычный какой-то баг, да. Видимо. Видимо, мы слишком его долго бьет, и они не прописали анимарсы вперед. Ладно, погнали. Да, я не успел поменять пушки. Нет, ладно. Проблема в том, что наше воскрешение еще не скоро. Но мы уже настолько заучили тайминги его атак, что. Ну развернулся! Воу! Кстати, я иногда по 617 критую. Со снайпы. Хочу туманчик и закинуть ему в туманчик тентакли. О! За мной. Хорошо. Так, какого... А, не, за мной. Хорошо. Серьезно? Это вроде нормальный додж был. Не знаю почему. Не знаю почему попал. Так, на меня, на меня. Надо спасти. Так, он от тебя. На тебя уходи. Ну, сейчас за тобой побежит, Дим, скорее всего. За мной уже? Нет, пока покажет, что за акулой бегает. Успеешь риснуть. Но потом, скорее всего, на нас бы побежит, да. Чего? Возьмите такой же сет, как у меня. Вы просто не представляете, как легко от него отклоняться. Ну, он режет, сам... дама очень сильно. Она ничего она не режет. Ага, ничего. Не, у меня фулл билд на криты, и менять я его не думаю. Ну вот, видите, падает постоянно. Не, я как бы... Я тайминги-то знаю вроде бы. Попробую. Да, спасу. Сейчас просто странная какая-то херня была с туманом. Я правда не понял. Чё там по уклонениям акул? Я забыла, что у него есть эта фигня. Уклоняюсь, то я изи от него. Кажется, у меня проблема. Возможно. Должен. Да. А вот быстрой атаки в миле я не ожидал. My bad. Должна быть страта на него. Вряд ли он бронированный должен быть всегда. Да хрен его знает. О, нормально, сейчас на самом деле... Короче, я вкачаю урон по броне. Хотя бы на пятеру. Блин, пушка Роя, не... Сквернитель. Дарите я пушки поменяю тут кое-что. Не входите. Да, окей. Но это правда странно, что он такой танковый. Это прям чуть какая-то. Шейник гончий. Сила кувалда использует для создания мощного модификатора. Хочу, чтобы вы били его долго, мне нравится саундтрек. Но я думаю, мы сегодня этого убьем, а потом еще на одного босса успеем, скорее всего. И, видимо, все.
А, опустошитель, как оказалось, бьет радиацией. Да. Вов. Поэтому неудивительно, что я с него такой урон вписываю. Мне кажется, мне вообще пушки не надо менять. Просто стрелять с опустошителя всегда, и все. Не, ну это рофл. Это рофл. Короче. Ладно. Череп будет, наверное, без... Хотя череп ему тяжело убить будет. Я, наверное, черепа еще поставлю, пускай дамажит его. Гоу. С тобой Джонни КС играет, не знаю таких. Я еще не зашла. Хорошо начали, Дим. Акул, я тебя жду. Ну, жду в плане, пока ты его реснешь. Кстати, тоже камень баланса и кольцо адмирала поставить. Плюс 30% урон будет. Да, да, вот это надо. Да, у меня в любом случае фулл билд на крит шанс в кольцах. По шлему, блин, вообще нельзя бить. Только по телу кое-как. О, вот сейчас нормально урон по нему проходит. Вообще нормально. Я по 100, по 140. Ну, у меня обычные атаки 103 наносят в спину ему. Трижды, то есть 300 урона в сумме. Нет, попозже, попозже прыжок жми. За мной. Сначала другую атаку используй. Короче, ставьте эти кольца. Да, у меня он в этот раз тоже почему-то прыгнул. Сразу. Это было неожиданно. Давай, Дима, за мной, наверное, пойдет. Давай. О, туманчик. Только осторожней с туманом, он может и к тебе прыгнуть назад. Хотя довольно у далеко меня не. Пока, у меня. Да блин, почему? Вам развернулся, я пытаюсь. Я в хилках упал. Успеешь. Но. Да. Акул твой. Рез твой. Туман обратно. Обратно топает. Акул, поскольку у тебя дамажит этот? Я не знаю. Блин, даже... Пистолетик. Это было, кстати, странно. Блин, я не могу в туман подойти. Не знаю. Он прыгает рядом, обратно. Рядом. За мной. Я умираю, кстати. У меня прям чуть-чуть осталось. Я сейчас умру. Все еще на мне. Нет. Успел? Нет, все. Понятно. Ладно, умираю. Блин, воскрешение не хочу тратить. Как сбежать? А можно я пушку поменяю просто-напросто? Кстати, не потестил черепа. А у тебя пойдет его или нет? Черепа его по 12 дамажит или по 60. Нет, дебаф воскрешение не повесится. Все, умираю. Берите кольца, посмотрим, что будет. Берите эти два кольца, он все равно шотает, без разницы. А так 30% урона. У меня оберег снайпера стоит. Скру... И амулет мясника можно. Мясник он в мили только, по-моему. У меня оберег снайпера, скрученные шипы и пожирающее кольцо. И я дамажу по 103 снайпой. Если будете дамажить больше, то пожалуйста. Я обязательно поменяю. Главное эти кольца поставьте, посмотрим, что будет. Не сбросится бладя IQ, не сбросится. Броньку мою бы поставили. Зачем вам тяжелая броня сейчас? Я люблю свою тяжелую броню, и она дамаг. И она не тяжелая, она у меня средняя. Что-то кольцо адмирала не вижу. Повышаю скорость стрельбы. Все,
фиолетовым камушком. Они два одинаковых. Камень баланса и кольцо адмирала. Они только цветом различаются. А ты Акари используешь? О, маска тени. Броню. А тени у меня нет такого. Тень, у меня только Акари есть. Которая на твою похожа. А, я не брал адмирала у этого в линейке. Всё. Ясно. Точно. Ну, ставьте что-нибудь на урон. Я жду от тебя информации, поскольку он будет, ты его дамажишь. Будешь больше, чем я дамажить, я поменяю свой билд. Со снайпы, соответственно. В спину. Со снайпы 82, я не знаю. А у меня 103. 82, 94. Да. 83. Ладно, 87. Но это я типа далековато. Акул, так сколько урона? Ты посмотрела? Так, блин. Вы чё? Триста два из роя. Да, я же не про роя, я же про снайпу. Так, на кого? Я же не со снайперкой. Не на акуле, на а, мне... Классно, что он решил сразу прыжок сделать. К вам. Вы периодически потрошки собираете, а то не мешаются. Не на вас, по-моему. Не вижу нифига. У стенки совсем. Ну, а по 80 урон. А как же я по 103-то бил тогда? А, ну ближе надо быть, да, 95. Против него, да? Ну вот это звучит круто. Только не в ко... Вау, я ресуюсь. Мы все ресуемся. Почти, да. Фу. Какой же, блин, густой туман этот дебильный. За мной. Непонятно, побежал к кому-то. Кстати, урон со временем увеличился почему-то. Да, это почему ко мне ты? Что это ты делаешь? А, он решил застрять. Или нет? Да, он решил застрять. Ну и в жопу его, убиваем его, короче. Еще в прошлый раз бы убили. Если бы он не застрял, мне сам кажется, по себе. Типа не застрял, а что-то у него так... Он там что-то делает, это понятно? Да, вот, возможно, он чуть-чуть фиолетовый стал, или он был фиолетовый. Не, фиолетовый он и был, как только шипы начал юзать. Говорят, в хвост стреляете. Не, такая себе идея. А, может быть, ему его можно отстрелить? Ребят! Чё? Отворите на меня. И чё у тебя? Патрошки забагали. Да. А, неплохо. Слушай, а давай мы попробуем хвост отстрелить. Ага. Вдруг это возможно. Давай, вот. Откуда
Тебе же снайпа включи оптику, зачем? Это я просто так не попадаю. Могу в него молниеносной атакой прыгнуть. И умереть. Лёш, он третий раз так уже бабается. А, добил его молнией. Собирается ли это убрит? Ну, блин, конечно, не нужно. Ну, честно, да, но никто не знал, что он бабается. Не, мы бы его и так, и так, мы бы его и так убили. Я убил уже мечом. Там как бы даже никто это не вывело. Чё там? Браслет Обрика. Чё там, Дарья? Не могу найти. Плохо то, что тут нет никакой пометки, то что новая, типа. Да, да, кстати. Могли бы догадаться за годик сделать. А он не выпал, по-моему. А, это, наверное, этот для оружия. А, да, скорее всего. Да, это материал. Используется для создания мощного модификатора. О, пойдемте посмотрим. Ну, пойдемте дальше. Ну, мы дальше только пробежим, да. Да. А, вот сюда. Абузер, да не, мы бы его убили и так. Мы бы его убили просто. Просто он забагал уже несколько раз. Мы же пытались фаерфайт, когда ему 30% всего осталось, 25. А потом я сдох, потому что я подошел, и он в этот же момент сделал это. А я атаку. И, по-моему, все сдохли, потому что мы начали к нему подходить просто. Ну, снайпа все равно имба, я не знаю, топчик. Один, один выстрел, 300 урона. Ну блин, из-за этого пистолета один выстрел, 500 урона. Ну ты их 5 сделаешь, а со снайпы я за то же время. Если я их 5, у меня в обойме 50 патрон. Кого? Давай сейчас вот пообновим, посмотрим, сколько патронов там и там. Не, подожди, пистолет, который бомбами стреляет. Ну не в обойме, который всего патронов. Ты говоришь, эй, стоп, а что у нас? Ну мы нам до портала дойти, шорткат открыть справа будет. Вот, у меня сейчас скажу, у меня 25 патронов всего. А у тебя? А, нет, слева вон портал. Два, на каком пистолете? На Рое. Это при этом у меня не стоит этот еще. У меня 5. В смысле 5? 5, магазин 5, пушка Роя. Да, в обойме. И еще 20 патронов плюс, ну, просто рядом. Не, ну это понятно. Давайте протонемся, посмотрим, что она за модификатор дает. Да, пойдем. Это надо. Фух, блин, спина чуть-чуть такая болит. Долго сижу уже. 8 часов. Стример ПП, который в начальном локе валяется. Да, я с ППшкой хожу, мне нравится. Она классная. 20 уровня. Зашел в DLC, сделал перекат в сторону бочек, взорвался, загорелся. Мне нравится DLC. Морозный туман. Выпускать снаряд, который наносит 10 единиц урона от мороза и создает морозное облако. Облако накладывает эффект обморожения в радиусе 3 метров, пока... не рассеется через 10 секунд. Прямые попадания накладывают эффект в количестве 3 единиц. Крутяк. Ну, типа, я куплю, я знаю, все скупаю. У меня полно работы. Кстати, у этой уже. Подруги мясо повелителя гончих продается, ну, купил. Ну, давай глянем. Ну, у меня есть. Значит, 54 секунды действовать будет. Ну, я молот еще могу коррозийный скрафтить. Ага, иди, да? А, это после мясника. Да. Че, сейчас все ледяными пульками будем стрелять? Я взял. Ну, морозный туман. Хорошо, какая-то курочка, сейчас идешь курить, спина не болит.
Не очень. Не очень оправдание, Феникс, не очень. О, оно прикольно выглядит. О, у меня есть один симулятор. Да, да, кстати, пушка меняется, классно. Ты где симулятор нашел? Нет, ну, это, смотри, как прям. Какой это вам? Да, круто. Из сериала Флэш, забыл, который льдом замораживает. Приветствую. Только лучше. Грич обманул меня от симулякра. Вот и верь потом. Так, сейчас я все поменяю. Блин, я про пыль ярости совсем забываю, которая ускоряет выстрелы. Вы, наверное, тоже. Да. Скорость восстановления выносливости, обычная скорость... А, нет, только скорость передвижения. И я готов. Давайте, надо сегодня еще хотя бы одного босса убить. А что, ты уже планируешь заканчивать? А вы прям в ночь хотите? А вообще сколько времени-то? Ну, пол одиннадцатого. Типа, не супер поздно, конечно, но... Я ночью обычно не стримлю. Не знаю, браво. А что тебе мешает? Ну, во-первых, я меня в зал завтра в 8 утра, во-вторых, я уже 8 часов стримлю. В-третьих, я сегодня не выспавшийся. Завтра будет что-то? Не, я думаю, завтра я днем постримлю, Рик. Думаю, что завтра я днем постримлю, а потом в 4 часа уже поеду в Москву. Вот. Так, ну у нас остался вот тут вот путь. Шорткат какой-то. Еще открыть. Так, шорткат дальше будет. Не, ну это назад я его открою. Тогда двигаемся вперед. Не, ну Крысан был как мясник. Ваншотал, но уклониться можно. Главное, что он адов не призывал. Блин, а вот в Сова я не представляю, как его убивать. То есть, если мы его кайтили друг от друга, да? То что бы мы в соло делали? А чё он такой живучий? Наоборот, он чё сейчас какой-то никчёмный. Не. Ну после того-то красана. Ну да. Днём это когда? Ну часов в 11-12 подрублю до 4, надеюсь. Не, может чуть позже. Да, надо симулятор искать. На что? Ой, ребят, там сзади еще красан этот элитный, и он нас услышал. Во, это ледяные сферы, кстати, новые посмотрел. Кстати, прикольно. Ну, кстати, классно. А мы в них урон получаем, да? Да. Да. Ну, кстати, не прикольно. Еще больше будет зон на боссах создавать. Че это такое себе? На старых локах новые боссы оружие раздают разные бо. Ну вот на старые локи мне бы попасть было бы неплохо, да. Странно, что модификатор дали ледяной, а не пушку. Может, пушка будет тоже. Может быть. Ну, это только первый босс был. Ну, ты видел, как ему подходил этот ледяной туман, который он, с которого мы выбили, ну, который мы с него выбили? Прям идеально же. Шоум, ты со своим сетом лета уже достал, правда? Блин, опять пещера, опять с крысанами будем драться сейчас. Ну вообще, с крысанами халтура. Они действуют по той же механике, что и этот. Что и сатиры. Прячутся, стреляют, прячутся, стреляют. Халтура. Идем выпей, черный туман. Чё, серьезно? Босс?
Как быстро. Я думаю, что это какое-нибудь нашествие крыс. Сейчас будет какая-нибудь арена крысиная. Ну, похоже на это. Да нет, похоже. Вроде кто-то здоровый. Бычок, по-моему. Нет, это какой-то крысиный король все-таки. Ой. Ау. Двое. А он сейчас на нем будет. Да, скорее всего. Я по скриншотам видела. Смотри, пушка какая на руке. Я хочу. Он даже по-русски что-то сказать успел. Только не два босса одновременно, пожалуйста. Фу, слабо. Они на второй фазе могут разделиться. Да, у них уже урон. Ой, я тебя заморозил, прости. Зачем? Акум, спасешь, он на меня вроде бы. Ах, какой Кузьм. Ох, какая плеточка. А я встаю, кстати. Непонятно, по кому лучше урон наносить, потому что тут можно и как по-простому. Да. Хвост можно стрелить, можно этому. Или рога разбить. По хвосту увеличенный урон идет, ребят. Да, по хвосту огонь вообще. А этому по голове, соответственно. Хороший. Кузьм хороший. Ой, а вот он и спрыгнул, да? А вот он и спрыгнул. Ой, ребята, он тут призывает. Огненный дождь. Ох, пушка прикольная. А меня похилите, да? Это хрень под землю, шо? Да. Благодарочка. Фу, нормально, вместе снова. Кого? Меня. Нет, меня. Меня. А теперь в меня. Мне лучше сначала его убрать, эту ящерицу. Да. О, она ледяным еще, вау! Да чтоб ты второй раз подряд меня кузьбанули! Строже, не подходите пока. Ты что меня заморозило? Так, я, давайте. А, осторожней, кусает. Блин. Вот а, я как только поворачиваюсь, она уже сделала Кузьм. И замораживает. О, я вышел. Так, походу на меня, Аков. Тебе, видимо, сегодня спасать. Да, здорово. От Кузьма до Кузьма. Я не могу пока в этот тайминг. Она меня пока что бесит. Так, давай я... Нет, на меня, блин, загнулась. Пробьем? Да, блин! Зато после убийства она всегда начинает дышать, и всегда можно спасти. Видишь, как хорошо? Акул, постреляй, пускай она на тебя бежит. Ну да, килки что-то. Не хочет он ко мне. Не хочет, да. Я в этот раз уклонился, я молодец! А, зато фаербол, ну такой ледяной бол, ваншотает тоже. Из арбалета. Угу. Дим, ну ты должен уклониться. Да, потому что у меня последний рез. Такой быстрее по хвосту. 8, сука, раз. Не, ну а что делать-то? Тян, давай я как-нибудь постараюсь. Я бегу спасать, Надо мне перейти, да? Короче, поменяемся, и теперь будет он идет. Все, 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 справились, справились. Да.
Блин, опять спрыгнули. Угу. Так, стрелы. Ага. И огонь с воздуха. Так, а что вообще подземный делает? Просто за тобой бегает акул, да? Вижу. Да. Мы с тобой прям одновременно, лол. Ну, кажется, пора уворачиваться от Кузьбов. Хорошо. Ой, меня сейчас могут вот эти стрелы убить. Не, нормально. Юзайте эти, кстати, ускорение урона. Нет, я выжил. Ага, ваншоточка от шарика. А, я встану. Все хорошо. Минус хвост. Окей, его добили. Хвост у нее не отваливается. Да. Не будет, надеюсь, никакой второй стадии. Ой. А чё это ты? Чтобы не мучился, видимо. Ну, наверное. Зря мы это. Готовьтесь прыгать. Да, мне кажется, видимо, надо было сначала. Да, он себе хп-шку восстановил. Как блин, а? А не, по-моему, мы его просто не дамажили особо. Вот эти выстрелы с пистолета, жесть какая, боже. Что-то горит еще. А, это я юзнул опивку. Если вы не поняли, я подсветил. Они не ваншотают! Ничего себе! Нет, конечно, пушка Рой — это имба. У него снежки не ваншотают. Это же что, как так-то? Что это за босс такой на максимальной сложности? Ко мне, в этот раз. Да, здорово. Ты первый хил потратил, я верю, да. У меня хилок вообще нету, чтобы вы знали. Я тут хер его знает, как держусь. Ну, блин, ну кто виноват, да? Да, никого. Никого обвинить-то, я виновата. Какой ты лох, хоть у него пистолет есть. GG. Чё, first try? До свидания. Мы же не умирали ни разу, да, first try? Ага. Ну-ка! Мы не умирали ни разу. First try, конечно. Конечно, еще осколок дали, кстати. И симулякр. Симулякр, пукчамп.
Быстрый заряд. Талант. 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 Урон от заряда. Блин, это милишка. Не, я вообще, короче, хилки не потратил. Одну только хилку. Блин. 8 раз бегала. А еще я к нему с не верю, то что убил с первого троя. Пойдемте в город вернемся, посмотрим, что мы там дали. Да, наверное. Так, сейчас у меня наушники разряжаются. Еще я вернусь. Фух, ну это было хорошо. Еще один босс. Так, сори, отвлекся. Пас. Тебе коса, как Darksiders 2. Да, я знаю.